Привет, друзья! Буду делать резец-топорик по шаблончику. Значит, металлическая часть у меня будет из пильного диска. Зуб отсутствует. Диск для работы на циркулярном станке лучше больше не использовать. Рукоятка у нас будет из кусочка березы. Значит, резать пильный диск буду бормашинкой. Если бормашинка не возьмет, то тогда возьму болгарочку. Хвостовик, который будет входить в дерево, лучше как бы делать заостренным, для того чтобы когда будем вставлять резец в рукоятку, он там воткнулся и, то есть, не расшатывался. Ну, примерно вот так вот будет у нас хвостовичок выглядеть. Ну, а там уже как получится его вырезать, посмотрим. Ну все, берем бормашинку и пробуем резать диск. Вырезал заготовочку, обошелся бормашинкой. Толщина металла 2 миллиметра. Вот такая получилась заготовочка. Обработал рукоятку, грубая обработочка, и получится примерно вот так. Ставится в рукоятку резец. Значит, далее затачиваю режущую кромку. С двух сторон буду делать на наждачном круге. Произвел грубую заточку резца на наждачном круге. Так вот получилось. Далее заточка при помощи наждачной бумаги с уменьшением фракции бумаги. 220, 600, ну и 1000.